первое чаепитие прошло у нас вот здесь, когда еще проход на пляж, помните, был закрыт, мы еще место искали. На самом деле, с того момента, когда жители приняли решение собираться еженедельно, прошло очень много важных событий, в том числе вот Борис Лазович нам рекомендовал возобновить сбор подписей. У нас на тот момент было 5000 подписей. Мы собрали в итоге, спасибо активистам, 22 тысячи подписей передали президенту. Это огромная работа была проведена, и, в общем-то, мы ждем, 27 сентября будет некий ответ по поводу нашего обращения. Я вот рассказывал на одной из прошлых встреч, как принимались изменения в генеральный план, чтобы узаконить вот оба этих намыва. Где-то в 2006 примерно.